Друзья, всем огромный привет! С вами Лиля, и вы на канале Здоровье по-сибирски. В этом видео я хотела бы вас познакомить с нашей онлайн-программой, которую приготовила нам наша компания Siberian Wellness. Что дает эта онлайн-программа? Да? Она поможет вам выбрать средства по уходу за вашей кожей. Вот сейчас я вам покажу. Нажимаем. Вот я зашла на сайт официальной нашей компании. Вот курсор навожу на красоту, и у меня появляются здесь по назначениям и по сериям. И навожу на Эксперальто Платинум, нажимаю. Вот нажимаю на Эксперальто Платинум. Это наша премиальная линейка уходовых средств за кожей лица. И смотрите, здесь у меня внизу высветилось: воспользуйтесь онлайн-диагностикой, индивидуальной программы ухода. Нажимаю сюда. Очень удобная программа, которая облегчит задачу выбора правильного ухода и осчастливит вашу кожу. Нажимаю, вот. И отвечаем на вопросы. Какой у вас тип кожи? Вот я, например, отвечаю: у меня комбинированная, склонная к жирности, да? Следующий вопрос. Пожалуйста, отметьте, что бы вы хотели улучшить состояние кожи. Вот какие у меня проблемы есть, да? Я, например, хочу выровнять тон, уменьшить жирный блеск, сократить воспалительные элементы в отдельных местах. Дальше нажимаю. И поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями. Как вы думаете, что нужно вашей коже? Ну, по ощущениям, да, я думаю, что мне нужно добавить плотности. Еще хочу я сократить выраженные морщины, например, да, и разгладить сеточку мелких морщин, например, да. И дальше идем. И что бы вам хотелось улучшить в области кожи вокруг глаз? То есть вы выбираете что-то свое, да. Например, мне нужно разгладить сеточку мелких морщин. Глубоких у меня еще нету. И повысить тонус кожи век. Дальше. Какие текстуры косметических средств вам сейчас нравятся? Здесь выбирайте, чем вы любите пользоваться. Если вы привыкли к гелям, флюидам, к легким, да, средствам по уходу за кожей лица, то выбирайте вот легкие кремы, флюиды, гели. Если вы привыкли пользоваться такими плотными средствами, такими насыщенными, это бальзамы, плотные кремы, да, классические кремы есть и разные. Но я люблю, у меня молодая кожа, я люблю все легкое. Вот я нажимаю легкое. Дальше, пользуетесь ли вы тональными средствами? Да, я использую BB-крем или CC-крем. Это мне не годится, я не пользуюсь средствами. Вот, первое для меня годится. И вот смотрите, программа специально подобрала для меня продукты ухода за моей кожей по моим потребностям. Нежные очищающие средства, интеллектуальная сыворотка, сыворотка-концентрат, корректор морщин, если вы помните, да, у меня такую проблему я отмечала. Потом крем для кожи вокруг глаз, омолаживающий дневной флюид, мицеллярная вода для снятия макияжа и все. И можно вот это все по отдельности смотреть и открыть. Вот ссылка. Нажимаю на ссылку, и она открывает. И подробнее я могу прочитать про это все. Бархатные эмульсии с ценными маслами мягко ощущает. То есть все, о чем я просила, когда на вопросы отвечала. То есть эмульсия, да, все легкое, флюидное, все, что вот я потребовала, все, что просила, то есть все мне и тут порекомендовали. То есть вот успокаивает, очищает кожу. То есть это очень классная программа, которая поможет вам приобрести нужную продукцию, потому что смотрите, у нас сколько здесь уходовых средств, очень много, поэтому кто новичок в этом, они могут теряться, путаться, не будут знать, да, чем пользоваться, что выбрать для своего, для своей кожи. Вот смотрите, сколько здесь уходовых средств. Безупречный тон, интеллектуальный уход, ощущение тонизирования. То есть вот столько средств. Это от Эксперальто Платинум только еще есть комплекс серии Endemix. Вот с комплексом Endemix косметика.
Ну, то есть вот так вот. Ну, на этом я завершаю свое видео. Если вам это было полезно, ставьте пальчики вверх. В описании под видео я вам отправлю ссылку, как сюда заходить и как пользоваться этой программой. Всем желаю сибирского здоровья и всем пока-пока!